Привет, добро пожаловать! С вами снова Наташа Бой. У нас сегодня 3 килограмма мандаринов. Вы только посмотрите, это мандарины, не знаю, размером с мою голову практически. Давайте пробовать. Обожаю мандарины. Надеюсь, моя попа не покроется прыщами. Я взяла такие пористые. Они обычно самые сладкие. Один просто слаще другого. Придумала шутку, но она неприличная, не буду рассказывать. Я не знаю, видно ли вам брызги.
По-моему, из них делают эфирные масла, да? Просто сочная кожица. Какие же они большие. Вообще. Вот, в ладошку даже не помещается. Класс. Ой. Ничего так сытненько. Напиваешься водичкой.
Очень вкусно. Это будет последний. Это на Новый год. Оставим. Только сейчас поняла, что хорошо, что не без косточек. Иначе бы я сейчас сидела, все выплевывала бы. Очень долго. Ребят, спасибо большое, что были сегодня со мной. Надеюсь, хоть создала вам немножечко новогоднего настроения. Подписывайся, комментируй, ставь лайк. И до скорых встреч. Пока-пока.